На повышенных тонах продолжают диалог Бразилия и Париж. Жаир Болсонару потребовал извинений от президента Франции за оскорбление в свой адрес. Недовольство бразильского лидера вызвало заявление Эммануэля Макрона о том, что тот солгал по поводу взятых на себя обязательств по защите окружающей среды. Болсонару отметил, что только после того, как его французский коллега извинится, он подумает над тем, принимать иностранную финансовую помощь или нет. «Мы достигли прогресса благодаря саммиту Большой Семерки и в особенности президенту Чили, которого я пригласил, потому что он всерьез вовлечен в борьбу с изменением климата. Мы выработали стратегию, касательно Амазонии. Мы предложили 20 миллионов евро помощи странам, леса которых горят. А горят они не только в Бразилии». В словесную перепалку лидеры двух стран вступили после того, как Болсонару посмеялся в соцсетях над внешностью первой леди Франции. Извинения за его поведение французам принес известный писатель Пауло Коэльо. «Это мрачный момент для Бразилии. Он пройдет, как проходит ночь, но это мрак, и я прошу у вас прощения. Простите, простите меня 1000 раз». В понедельник Эммануэль Макрон встретил в Биаррице вождя бразильской народности Каяпо. Он принял участие в саммите Большой Семерки. Раони Митуктири возложил ответственность за пожары в лесах Амазонии на президента Бразилии, призвав мировое сообщество спасти легкие планеты.